Проект решения единой наградной политики Сарова депутаты обсуждали на заседании профильного комитета в прошлом году. Напомним, в городе планировали ввести поэтапную систему награждений. Движение вверх по ней будет происходить по принципу наградной лестницы. Начинается она с двух базовых наград – благодарственного письма городской думы и почетного диплома администрации. Переходим к следующему этапу. Там почетная грамота. Физические и юридические лица по решению городской думы по согласованию с главой, то есть здесь уже более сложная процедура получения данной награды. И также заслуженный ветеран города Сарова, это, соответственно, физические лица по решению думы и с согласованием главой города. Для того, чтобы получить эти награды, физ и юрлица должны быть уже отмечены благодарственным письмом или почетным дипломом. Во главе новой системы стоит звание «почетный гражданин». На это звание также могут претендовать физические лица, которые удостаивались государственных наград. Это решение приняла рабочая группа. Кардинально по итогам рабочей группы схема не претерпела изменений. Непосредственно по самим наградам были внесены определенные изменения. Так вот, скажем, по почетному стандарту главы города администрации был предложен порядок награждения данным стандартом на конкурсной основе, то есть по итогам проведенного администрацией конкурса. Почетным стандартом будут награждать юридических лиц. Его планируют сделать переходящим, а значит, нового обладателя стандарта на конкурсной основе будут выбирать ежегодно. Эта награда находится вне иерархии, как и благодарственное письмо депутата. Каждый народный избранник получит 10 бланков писем за счет бюджета. Дополнительные бланки народные избранники смогут печатать уже за свой счет. Особого внимания заслуживает то, как отражено в новом положении присвоение звания «заслуженный ветеран Сарова». Порядок будет следующий. Изначально ходатайства о награждении от любых ветеранских организаций будут подаваться в адрес главы города. Глава города создает координационный совет при главе города. И сейчас работа над документом, который будет регламентировать работу этого координационного совета, ведется в администрации. На основе рекомендаций этого совета глава будет ежегодно предлагать не более 5 кандидатур на рассмотрение городской думы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.